Здравствуй, ноутбук Lenovo IdealPad. Ноутбук в нормальном состоянии. Петли держится хорошо. Вот царапинка есть. По характеристикам. Стоит SSD накопитель. Видеокарта интегрирована Ultra HD, стоит 610. Телефон в отличном рабочем состоянии. Ноутбук в отличном рабочем состоянии. С интернетом какие-то проблемы, поэтому плохо погружается. Имеются небольшие повреждения, царапины. Так, полностью в рабочем состоянии.